Подсыпка дорог. 2 сентября предприятие «Дорожник» начало работы по подсыпке двух участков дорог за Вёксой в районе улиц 3-го интернационала и Лизы Чайкиной. Процесс приведения дорожного полотна в порядок прокомментировал директор предприятия «Дорожник» Роман Валентинович Косарев. Сегодня силами ООО «Дорожник» выполняются работы по подсыпке участку дороги по улице Лизы Чайкиной. То есть два участка, это один от улицы 3-го интернационала до самой Лизы Чайкиной и участок улицы Лизы Чайкиной от дома номер 8 до дома номер 2. То есть работы выполняем со вторника, работают у нас 3 единицы техники, то есть одна на погрузке, погрузчик, самосвал по доставке грунта, ну и грейдер, как вы видите, работает, выполняет работы. Сегодня работы будут завершены на данном участке. Также работы вторая бригада выполняет. Целую неделю мы спиливаем ветки на пешеходных переходах, на поворотах, то есть на перекрестках. Ну и сегодня происходит вывоз этих веток. Также на неделе занимались срезкой обочин на улице Вологодской, улице Зои Космодемьянской, Мичурина. То есть с понедельника начнем вывоз грунта с этих дорог. Это у нас заключен муниципальный контракт. По просьбам жителей заключили контракт. Вот. Выполняем эти работы, пока до погода стоит и позволяет нам выполнить эти работы. Снизу у нас получается два слоя, то есть снизу выполнено строительным боем, то есть это песок, то есть щебень попадается там и асфальтовая крошка. А сверху закрываем песком